Жора! Жора! Привет, друзья! С вами Александр Зверовский. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. В сегодняшнем ролике я расскажу вам, как правильно приучить своих собак к велосипеду. Итак, первый враг у нас это голуби, кошки и собаки. Поэтому, прежде чем сесть на велосипед, вы должны обучить свою собаку хорошему, добротному послушанию. Команда рядом, команда ко мне и так далее. Первое, вы сделали послушание. Вы несколько дней берете велосипед в руки и ходите по злачным местам, там, где есть много кошек и собак со своими собаками. Это может быть собака у вас, быть одна, две или три, или больше. Все зависит от ваших физических возможностей. Итак, вы прошли, собаки ваши не реагируют на кошек, собак и птиц. И следующий шаг, вы сели на велосипед. Подаете команду рядом, точно так же, как будто вы идете со своими собаками. Первые занятия желательно производить где-то в парке, на широких аллейках, чтобы вам не мешал никто. А потом вы постепенно переходите в город. И ничего сложного в этом не вижу. Ваше времяпровождение будет гораздо приятнее, чем обычно. Вы, если у вас несколько кварталов либо километров до места выгула, то вы будете это не проходить, а проезжать. И собаки любят, очень любят бегать за велосипедами. С вами был Александр Неровский. Готовьте своих собак и не бойтесь.